Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Встретились, поговорили». Я проведу Олег Пека. И сегодня с нами в студии историк, писатель, публицист Александр Георгиевич Мосякин, автор книг «Ограбленная Европа», «За пеленой янтарного мифа», «Фальшивки, мистификация от искусства до политики». И о судьбе янтарной комнаты мы говорили, вот о судьбе золота Российской империи в нашем эфире. И сегодня мы будем обсуждать книгу, которая называется «Третья русская революция с Горбачёвым. Стройки до Путина», и обратимся уже к, может быть, делам уже совсем, казалось бы, недавнего, а в какой-то степени уже давнего прошлого. Вот добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, может быть, несколько слов действительно начнем с того, что послужило поводом для создания этой книги. Знаю, что вот у нее долгая такая интересная история, с чего она началась. Да, у этой книги действительно долгая история. Прототип, скажем, этой книги. Это такая вот брошюрка, вышедшая еще в 2002 году в Риге, в библиотеке газеты «Телеграф». Называлась «На марсианские игры». И вот на основе вот этой, собственно, брошюрки, она пользовалась большой популярностью в свое время, вышла к 30-летию развала Советского Союза в московском издательстве «Веча». Вот эта книга «Третья русская революция от горбостройки до Путина». Она посвящена событиям с 1985 года по 2000 год. То есть начало перестройки и приход к власти Путина. 15 лет, такие, да, самые, в общем-то, насыщенные. Да, самые насыщенные, самые такие стержневые. Значит, ну там несколько разделов. Первый касается событий там 85-91 года, потом лихие 90-е и раздел, посвященный Путину. Причем раздел, посвященный Путину, это там основан на материалах интервью генерала КГБ, который курировал операцию по внедрению Путина во власть. И рассказано о том, как это прошло внедрение. То есть это такие эксклюзивные, абсолютно... Абсолютно эксклюзивный материал. Но я думаю, что сегодня мы об этом говорить не будем, это тема особая совершенно. Сегодня я предлагаю поговорить о событиях 85-го, прежде всего 91-го годов, то есть тех событиях, которые определили судьбу Советского Союза, собственно говоря, и судьбу Латвии, и судьбу мира, потому что это действительно были судьбоносные события. Может быть, действительно говоря об этих событиях, вот насколько, по вашему мнению, было неизбежно вот то, что произошло, вот по каким причинам развалился, распался Советский Союз, это было внешнее давление, внутренние причины, потому что каждый, ну, в принципе, выдвигает свои версии. Безусловно, внешнее давление имело место. Ну, известна сделка, что американцы договорились с Саудовской Аравией, о падении цен на нефть, они были снижены. Но на 85-90% развал Советского Союза, конечно, диктовался, был обусловлен внутренними причинами. Я назову несколько, их было много. Главное состояло в том, что изжила себе идеология, на которой, собственно, существовал Советский Союз. Советская система была тоталитарной. Что такое тоталитарная система? Когда все сферы жизни, деятельности общества базируются на идеологии. Экономика советская, внутренняя, внешняя политика, культура, образование, быт, все базировалось на этом. Тебя буквально там с детских яслей и до гроба это все сопровождало. Эта идеология к концу 80-х годов, даже уже к началу 80-х годов, она практически все изжила. В нее не верил никто, не верил ни верхи, ни низы. Это была первая и самая главная причина. Вторая причина – это экономические, ну, собственно, резкое замедление экономического развития и застой, который существовал в советской экономике. Он тоже был вызван идеологией. Почему? Потому что нужно было раскупоривать экономические поры, поощрять экономическое предпринимательство частных лиц. Не государство, как наемник, оно нанимало всех, а частных лиц. Это означало появление класса буржуазии, торговой, в сфере услуг и так далее. А буржуазию коммунизм как идеология не допускал. Коммунизм
как говорил Ленин, это уничтожение частной собственности. Вот что такое коммунизм. Значит, не пускала идеология буржуазию, отсутствие буржуазии, значит, породило проблему, в первую очередь, торговой буржуазии, дефицита. Дефицит был страшный, это вызывало недовольство народа, низов. Возникали, я видел, страшные табачные бунты, например, в Петербурге и так далее. Это вторая была причина. То есть причина экономическая. Нужны были экономические реформы, но как их начать? Они уже не знали, эти старики, сидевшие в Политбюро. Третья причина, конечно, это было национально-государственное устройство Советского Союза. Оно было сделано по ленинским лекалам. То есть, когда 15 республик, ну их раньше было меньше, но потом 15, и они имели право свободного выхода из Советского Союза. Ни одно государство в истории, значит, таких прав не предоставляло. Причем не просто имело право, они имели право. Даже не был прописан ритуал, как это нужно делать. Верховный Совет СССР вот это определил, значит, способ выхода только 3 апреля 90-го года. Когда уже фактически несколько республик де-факто объявились независимыми, начался развал Союза, уже ничего нельзя было сделать. Это была полная безответственность, потому что вот это право выхода было закреплено и в Ленинской Конституции 24-го года, и в Сталинской 36-го, и в Брежневской 77-го. И в определенный момент оно сыграло. Собрались представители всех республик в Беловежье, подписали, в принципе, они, в общем-то, ничего не нарушались, так говорит по этой Конституции советской. Вот это третий момент. Четвертый момент, конечно, это противоречие рост национальных движений в разных республиках и противоречие между РСФСР и национальными республиками. В чем противоречие? Значит, в принципе, в Советском Союзе были только две республики, которые давали деньги на содержание всех остальных. Это Российская Федерация и Азербайджан. Все остальные были дотационными. Но советская статистика была очень хитрой. Они не учитывали энергетику. Нефть, газ, уголь, электричество – это общее. А все остальное мы учитываем. И когда происходили подсчеты, то, например, получалось, что Украина имела большой позитив в торговле с Россией. Без энергетики, может быть, да. Приписываешь энергетику. Получалось как, скажем, Кавказские республики получали на 5 рублей, вложенных в них, они давали рубль в общесоюзный бюджет. И так далее. Среднеазиатские республики и так далее. То есть Российской Федерации надоело быть дойной коровой всех и вся. Тем более, что она жила все хуже, хуже, хуже. Уровень жизни в Российской Федерации был хуже, чем в большинстве окраинных республик. И они просто не хотели. Они объявили о суверенитете. Каком финансовом суверенитете? Не политическом, финансовом. Чтобы мы контролируем финансовые потоки, кому даем, кому не даем. Ну и пятая причина, это, конечно, столкновение между лидером Российской Федерации и союзным лидером. Это было непримиримое столкновение двух позиций, которая сыграла, в общем-то, роковую роль. Вот эти главные внутренние причины, которые обусловили развал Советского Союза. А внешние, они только помогли, подтолкнули вот эти события. Ну вот странно, с одной стороны, вы говорите о дефиците, а с другой стороны, вот на моей памяти ощущение, ну, я жил тоже, захватил то время, у меня как раз-таки время дефицита было связано скорее, начиная с приходом Горбачева, когда начались экономии, вроде бы, с одной стороны, он начал, разрешил кооперацию, и началось какое-то экономическое, но с другой стороны, вот как раз-таки, вот тотальное исчезновение продуктов с полок началось, вот у меня ощущение, что это середина 80-х годов, вот действительно, вот Советский Союз, поскольку нуждался в реформах, но насколько к этим реформам было готово руководство страны, как далеко было готово зайти? Вы знаете, я вам зачитаю из доклада, собственно говоря, главный аналитик КГБ СССР, это генерал-лейтенант Николай Леонов. Вот что он писал, значит, в декабре 81 года. Где бы ни собиралась группа людей, у них нынче на первом месте раздраженные разговоры о тяжелом экономическом положении Отечества. Положение становится все более и более трудным. Западники видят это и, кажется, берут за горло. Наше руководство занято тем, как бы скрыть реальные размеры грядущей катастрофы. А главное, достойно встретить 75-летие самого бесцветного руководителя в истории русского государства. Нам стали отказывать в кредитах, подозревают, что мы не платежеспособны. Депозиты в твердой валюте, принадлежащие СССР в иностранных банках, сократились в этом году с 8,6 до 3,6 миллиарда долларов. 3,5 миллиарда долларов валютных счетов у Советского Союза. Это же вообще ничто. Это значит, что мы проедаем последние деньги. Своего рода залог под порядочность и честность. Экспортировать решительно нечего. Золото резко упало в цене. Продавать сейчас его значит разоряться. Стабильный источник валютных доходов только нефть. Ну и там цены угробили. Нам предстоят крупные закупки продовольствия на Западе. Там еще об этом не знают. Наличных денег нет, значит понадобятся крупные коммерческие кредиты.
Но сейчас кредит дают под 18-20%, чистый разбой. О какой идеологической борьбе может идти речь, о каком наступлении на мировоззренческом фронте? Вот вам мнение генерал-лейтенанта КГБ, главного аналитика. В 81-м году, да? Вот еще... декабрь 81-го года. Это еще жив Брежнев? Это... Да, это еще жив Брежнев. Но вот эти процессы мыслительные шли прежде всего в структурах КГБ. Первое главное управление. Прежде всего там разрабатывались концепции развития. И были выдвинуты три концепции. Первая концепция – это либеральная, то есть просто пойти чисто по буржуазному пути. Все это, как говорится, ну, то, что случилось в 91-м году после развала СССР. Вторая концепция была консервативная, ультра, так сказать, чтобы жить, как жили, так и будем жить, марксистско-ленинская идеология, только нужно гайки прикрутить, там, запугать и все прочее. И была третья концепция, она, собственно, разработал, она в ближайшем окружении Андропова была разработана, и эту концепцию выдвигал никто не иной, как Урха Калева Кекконен. Это бывший президент Финляндии, бывший коминтерновец. Когда шла советско-финская война, он должен был возглавить советскую Финляндию и так далее. Но он был близок, поскольку Андропов работал в Карелии, он был близок с ним еще с тех времен. И вот была вынута третья концепция. Это концепция вхождения, во-первых, вхождения Советского Союза, конвергенция Советского Союза с Западом. Это, кстати, идею Сахаров-то выдвигал, конвергенция двух систем. Вот эту самую идеологию выдвинули и... значит, в окружении Андропа. И именно вот эта идеология в итоге, она взяла верх. Собственно, до сих пор, до последних вот лет она существовала. Вот. Стали создаваться соответствующие структуры. И при ЦК КПСС, там, значит, управляющий делами там, Кручина, и КГБ были созданы, руководили этим делом два полковника первого главного управления внешней разведки. Это Веселовский и Давыденко. Вот. И началась вот эта вот работа. Но под эту работу старики, сидевшие в Политбюро, они ее не могли выполнить. Нужны были новые люди, нужен был кто-то. И вот на этой вот волне потребности в каком-то молодом лидере вот и появился Горбачев. Но, с другой стороны, был ли его приход к власти действительно неизбежным? Потому что ряд источников представляет это как, с одной стороны, даже чуть ли не случайность, ну вот как так легла карта, вот так вот, если бы там часть членов Политбюро не оказалась за границей в тот момент, если бы там голосование могло бы пойти совершенно по-другому. Вот было ли это, кто выдвигал Горбачева в генсеке после смерти Черненко в марте 1984 года, и каким образом это произошло? Двигал его непосредственно Андропов. Во-первых, они были земляки. Во-вторых, они часто виделись, когда Андропов отдыхал в Кисловодске, он отдыхал там. Они постоянно виделись, общались. Значит, и он его заприметил. Он считал его, ну, по крайней мере, в сельском хозяйстве каким-то специалистом. Двигал его непосредственно Андропов. Но после смерти Андропова и уже после смерти Черненко эту работу продолжил Громыко. Так получилось, что смерть Черненко – это... 13 марта, по-моему, март, да, 13 марта, 10 и 13 марта, значит, март 84-го года, значит, подгадал, действительно, потому что Романов отсутствовал в Москве, он в Паланге отдыхал здесь, а Щербицкий, которому Брежнев хотел передать Советский Союз, он находился вообще в Канаде, в США. То есть двух таких главных соперников не было. Был еще Гришин, но его там затерли. И получилось, а ведь там как карты разыгрываются. Ведь, значит, они договорились ночью с Горбачевым, что Громыко его выдвинет. И вот я сейчас зачитаю маленький момент стенограммы вот этого заседания Политбюро ночного. Как это все происходило? Это очень любопытно. Значит, Громыко через посредника вступил в тайные переговоры с Горбачевым и получил согласие 11 марта 1985 года, разыграл со своим избранником и другими товарищами партию на полуночном заседании Политбюро. С подачи Громыко заседание вел Горбачев, который представил первое слово Громыко. И вот что говорит Громыко. Скажу прямо, когда думаешь о кандидатуре на пост генерального секретаря ЦК КПСС, то, конечно же, думаешь о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Это был бы, на мой взгляд, абсолютно правильный выбор. Когда заглядываем в будущее, а я не скрою, что многим из нас трудно туда заглядывать, мы должны ясно ощущать перспективу. Мы не имеем права дать миру заметить хоть какую-нибудь щель в наших отношениях. А всяких спекуляций на сей счет за рубежом предостаточно. Это значит, что все мы должны действовать сплоченно и едино, с сознанием полной ответственности за наше великое дело.
Хочу еще раз подчеркнуть, что он, Горбачев, обладает большими знаниями, значительным опытом, но этот опыт должен был помножен на наш опыт. Следом выступает представитель Совета министров Тихонов, 79 лет, и говорит, что я могу сказать о Михаиле Сергеевиче. Это первый из секретарей ЦК, который разбирается в экономике. Это говорит представитель Совета министров. То есть он-то не разбирался, а вот Горбачев разбирается. Естественно, когда я выступил первый, выступил второй, значит, первый секретарь московского Гришин, он понял, что он все уже, его прокатили, все единогласно избрали Горбачева. То есть, да, это было определенное стечение обстоятельств, это была хитрость. Хитрость Громыка, прожженного политика, который еще со сталинских времен, там, вы понимаете. Но который потом пожалел, кстати. Да, и он об этом очень жалел. И вообще все, что делал Горбачев, и что делали его окружение, он их называл марсианами. Кстати, почему называется вот эта брошюрка «Марсианские игры»? Вот из-за этого определения Громыка. Он до конца жизни об этом жалел. Он говорил, со мной все советовались. Даже Сталин со мной советовался. А он никогда не советуется. Делает бог знает что. Совершает ошибки, глупости, но не советуется. И он называл его марсианином. А и всю эту группу марсианами. Вот такая вот история. Действительно, вот складывается ощущение, что да, вот так просто сложились обстоятельства, сошли звезды, но каким образом Горбачев начал налаживать отношения с Западом, и каким образом вот эта линия Андропова-Кеканина стала реализовываться? Значит, я вам опять-таки, произошло знакомство Горбачева с Джорджем Бушем, старшим. Он был тогда вице-президентом Соединенных Штатов Америки. А Рейган был президентом. Рональд Рейган был президентом, а он был вице-президентом. И он приехал от имени США на похороны Черненко. И вот, когда он переговорил с Горбачевым, у них была очень такая задушевная беседа, он очень хорошо о нем отзывается, но самое главное было не в этой беседе, а в том, какую телеграмму направил Буш Рейгану. В своих мемуарах вот что пишет Буш. Значит, в телеграмме, в которой изложил свои впечатления от нового советского лидера. «Язык этой телеграммы отражает подозрительность холодной войны», – пишет Буш. «Но мне кажется, в перспективе ее содержание отразило то, что в результате произошло». А текст телеграммы гласил: «Горбачев сформирует советскую линию настолько приемлемо для Запада, насколько до него этого не делал ни один, повторяю, ни один советский лидер». Вот эта телеграмма ушла уже 13 марта 1985 года, уже ушла на Вашингтон. Он его просто раскусил. Горбачев – нарцисс. Ну, это вы знаете, самолюбование в политике. Они ему льстили постоянно, что ты вот такой, что ты там демократ, что ты великий, что у тебя Нобелевская премия мира и так далее. И он ради вот этой лести, чтобы купаться вот в лучах этой самославы, которую он сам себе, так сказать, создавал, и ему создавали, он шел на все уступки. Но его Буш раскусил буквально при первой же встрече. Он пойдет на такие уступки, на которые не шел никогда никто. Ну, так получилось. Но ведь, по-моему, еще до смерти Черненко Горбачев ездил с Маргарет Тэтчер. Да, первая, кто заметила его вообще-то, это была Маргарет Тэтчер, конечно. Это еще до его избрания генеральным секретарем. И она приметила, сказала, что с ним очень общаться приятно, что очень удивительно на фоне всех советских лидеров. Но он действительно обаятельный был, и помните первое очарование наше им. Мы же действительно были очарованы. После пятилетки пышных похорон, когда одного генсека за другим хоронили, вдруг приходит молодой, говорливый, конечно. Он произвел очень хорошее впечатление. Вот я помню, даже приводил пример, по-моему, Леонид Млечин, очень интересно, когда вот мы говорим о том, что верили ли, ну вот во что верили вот эти старики из Политбюро, он говорил о том, что во время поездки, по-моему, в начале 80-х, еще, по-моему, Суслов был жив, когда он хотел встретиться с типичной британской семьей. И вот его привезли, показали, ну вот домик в пригороде, ну вот обычный
обычная там как бы рабочая семья, он не мог поверить, но он был действительно, он говорил, ну ладно, мы знаем, что такое потемкинские деревни, хватит мне там показывать. Говорит, да нет, ну действительно, ну вот смотрите, это дом, ну просто взят в кредит, понятно, что машина тоже в кредит, они все выплачивают, домик, ну, построенный там из картона практически, ну там достаточно дешево, но он вот не мог поверить в то, что, то есть для него оставалась вот жизнь рабочих такой, наверное, как ее описывали при Диккенсе, то есть там вот дети там тащат вагонетки с этим углем где-то по этим шахтам, и вот он был искренне удивлен. То есть вот, ну, вот это какое-то такое вот, ну, странное вот восприятие, мировосприятие вот того поколения. Но ведь действительно с приходом Горбачева начались реформы, но, как ни странно, эти реформы вот вели наоборот к какому-то экономическому коллапсу. То есть не зря я сказал, что вот когда, казалось бы, вроде бы стали отпускать и отвинчивать гайки, и возможность кооперации, наоборот, стали исчезать стремительно продукты, и причем продукты, ну, товары первой необходимости. Все эти талоны на мыло, на все остальное, это же появилось вот в то время. Вы знаете, да. Но тут самое главное, что пошла в разнос политическая система страны. И тут удивительная вещь, просто удивительная вещь вскрылась. В прошлом году, опять же, к 30-летию развала Советского Союза, ну, он сам из Латвии, Виктор Алснис, это известный деятель, он входил, был депутатом Верховного Совета СССР, возглавлял там группу «Союз», ну, то есть за Советский Союз, за то, что они развала, за единение Советского Союза. И вот он в прошлом году, опять же, к 30-летию развала Советского Союза, дал интервью большое изданию «Лента.ру». И там он рассказал удивительную вещь, которую я позволю себе процитировать. Это из его интервью. Значит, в июне 91 года прошло внеочередное заседание Верховного Совета СССР. Оно было закрытым. На него пришли все силовые министры. Министр обороны, председатель КГБ, глава МВД. Они огласили объективную информацию о ситуации в стране. Это вызвало шок у депутатов. Все знали, что дело плохо, но что настолько плохо и что идет к катастрофе, не представляли. Депутаты предложили немедленно ввести чрезвычайное положение на всей территории страны. Распустить все антисоветские, сепаратистские и националистические организации. Это июнь 91 года. Это было мнение подавляющего большинства, большого числа депутатов Верховного Совета СССР. Я тогда находился в зале и порадовался. Выступил в поддержку этих срочных мер. И тут вдруг берет слово Анатолий Иванович Лукьянов, который был сторонником сохранения СССР, он был председателем Верховного Совета, и пользовался большим авторитетом у депутатов. И неожиданно начинает спускать это дело на тормозах. Несмотря на то, что люди уже готовы были проголосовать за введение чрезвычайного положения. В итоге он уговорил депутатов сначала посоветоваться с Михаилом Сергеевичем, и голосовать за введение чрезвычайного положения тогда не стали. А потом всех министров вызывали Горбачеву, ну, поодиночке. И он внушал им, что они не правы, что все не так плохо. В итоге через пару дней прошло новое заседание Верховного Совета СССР, на котором эти же министры призывали депутатов не спешить с введением чрезвычайного положения. И дальше. 19 июля 1991 года, когда было последнее заседание Верховного Совета перед отпуском, ко мне подошел помощник Лукьянова и сказал, что он просит к нему подойти. Я регулярно с ним контактировал, как руководитель крупнейшей депутатской группы съезда. И вот захожу к Лукьянову, который умел всегда себе сдерживать, а тут он в буквальном смысле начинает на меня наезжать. Ты что творишь? Неужели ты не понимаешь, что Горбачев, как генеральный секретарь Компартии, президент СССР, это единственное наше спасение? А ты своей критической атакой на Горбачева губишь страну. Я на него смотрю и думаю, Анатолий Иванович, неужели вы не понимаете, что несете чушь? Я вышел из кабинета Лукьянова, мягко выражаясь, потрясенным. То есть, понимаете, что это такое? То есть, верхушки партии существовало, оппозиционность Горбачева существовала, но они были нерешительны. Каждый боялся за свою судьбу, за свою шкуру. Горбачев – наше единственное спасение. Понимаете? И они боялись создать какую-то оппозицию ему. А в это время, что происходило? Значит, шли, опять же, я вот из этого интервью Виктора Алксенса, я, значит, немножко продолжу. Значит, это интересно, что, значит, что происходило? Значит, смотрите, это он говорил в этом же интервью Виктор Алксенс.
Это был период, когда верхушка КПСС утратила даже чувство самосохранения, была не способна адекватно реагировать на происходящее. Но мы это видим из этого лукьяновского спича. Много рассказывают про народные фронты в Прибалтике, которые развязывали кампании, закончившиеся выходом этих республик из Советского Союза. Но никто не вспоминает, что эти организации были созданы по указанию ЦК КПСС, а конкретно Александра Яковлева и Горбачева, как движение в поддержку перестройки. Горбачев постоянно говорил, что перестройка буксует, поэтому надо усилить ее народную поддержку. Выбор для проведения этого эксперимента именно прибалтийских республик объяснялся тем, что они имеют опыт государственности в 20-е и 30-е годы, и там высокая культура населения. После этого из ЦК КПСС пошли директивы руководству трех республик и местным органам КГБ о создании народных фронтов. Доходило до абсурда. Мне известны примеры, когда секретари парткомов, тогда на всех предприятиях были партийные комитеты и штатные парторги, то есть руководители этих партийных организаций, получали указания от вышестоящих партийных органов о необходимости создания на своих предприятиях первичных организаций Народного фронта. Некоторые возражали, говоря, что мы своими руками создаем чудовище, которое нас сожрет через некоторое время. За это они получали партийные взыскания. Скажем, в Латвии местные СМИ были переданы под контроль сторонников Народного фронта, даже партийные печатные органы. Вот интервью Алтинса. Но дело не только в Латвии. Повсеместно шли указания ЦК КПСС, Горбачева, Яковлева и КГБ, что ли удивительно там было, о создании народных фронтов. Они были созданы везде, кроме Средней Азии. А почему, вот интересно? А там местные феодалы, они уже все крепко держали, они понимали, с чем это чревато для них, и они их быстро пригасили. Поэтому в Средней Азии после развала Советского Союза, как сидели там эти вот местные, так они остались сидеть, а некоторые до сих пор сидят. Ну да. Рахмонов там, Рахмонов в Таджикистане, что с тех пор сидит. Вот. Они пригасили, а во всех остальных республиках это пошло. То есть народные фронты, вот эти рух на Украине и здесь, везде, они создавались по указанию сверху. Из ЦК КПСС и с участием КГБ. Это вот из интервью Алксенса. Это, что называется, я из пальца не высасываю. Да, но еще одна из таких, я понимаю, в вашей книге отмечено каких-то судьбоносных вот моментов. Знаете, это откуда, вот может спросить, да, откуда? Почему такое? Это, да. В общем-то, смахивает, ну, будем так говорить, ну, на предательство фактически. Ну, как это может быть? Страна идет под откос. Значит, все такое, а тут процессы, провоцируются процессы развала страны. Значит, и тут я вот что хочу сказать. Значит, я разговаривал с людьми, очень сведущими, ну, в органах, я их давно знаю, и они абсолютно уверены, что, например, Александр Яковлев, он был завербован американцами. В 1958 году 4 человека. Там был Олег Калугин, генерал КГБ, известный, который действительно завербован, он бежал сейчас в Англии или в Америке, по-моему, сейчас он живет. Еще два человека там из института США, Канады, еще, и там был Яковлев. Так вот, трое из четырех, позднее выяснилось, что они были завербованы. Насчет Яковлева, значит, точных доказательств нет, но сотрудники, скажем, ФСБ, генералы КГБ бывшие, которые, они абсолютно убеждены в том, что он был завербован. Второй момент связан. То есть это в 1958 году выезжали за границу? Четыре, да, и тогда это 4... была одна из первых таких вот посылок туда наших как бы специалистов. Вот. И в итоге из этих четырех три точно были завербованы. Точно. А четвертый Яковлев под вопросом, но я повторяю еще раз, что и спецслужб, и офицеры, и генералы спецслужб, они уверены, что он был завербован. То есть это посылал-то эти инструкции создавать народные фронты Яковлев. Он был главным идеологом, вторым человеком в партии. Он посылал. А теперь я вам еще зачитаю одну, значит, вещь, еще один документ, значит, секундочку, значит, это мемуары Роберта Гейтса, заместитель директора ЦРУ, который часто встречался с Крючковым, ездил в Советский Союз, сопровождал президентов, все такое. И вот что он пишет о разговоре Шеварнадзе, который состоялся в пятницу 9-го, это я из его мемуаров выдаю, в пятницу 9 февраля 90-го года, после очередного раунда переговоров Шеварнадзе, пишет в мемуарах Роберт Гейтс, министр иностранных дел попросил поговорить со мной лично. Шеварнадзе сказал мне,
что его бывший коллега пишет в нем грязную книжку, в которой много лжи и измышлений, и что книжка эта должна быть опубликована в Соединенных Штатах. Не мог бы я сделать что-то, чтобы остановить ее выход в свет. Удивляясь советскому убеждению, что ЦРУ всесильно. Вероятно, основан на том, какую роль в СССР играл КГБ. Я сказал, что Шеварднадзе я сделаю, что смогу, хотя знал, что помочь ему не смогу ничем. Во время следующей встречи в мае Шеварднадзе подошел ко мне и рассыпался в благодарностях за то, что я сделал для него. Ясно, либо автор оставил идею, либо издатель решил не издавать книгу, а Шеварднадзе приписал это решение мне. Я улыбнулся и принял его теплую признать. Но это, конечно, лукавство, безусловно. Рукопись «Грязная книжка» оказалась в руках аналитиков ЦРУ, а агенты этой организации встретились с ее автором и за определенную плату узнали еще много интересного о Шеварднадзе. В результате в руках ЦРУ оказался мощный компрометирующий материал и рычаг воздействия на советского министра иностранных дел, который, к тому же, считал себя лично обязанным Гейтсу, тогда первому заместителю директора ЦРУ и помощнику президента США по национальной безопасности, как Збигнев Бжезинский был. А на Кавказе принято благодарить за оказанную услугу. И Шеварднадзе щедро благодарил с весны 90-го года, фактически обслуживая интересы официального Вашингтона и американских спецслужб. То есть он не был агентом, безусловно, но был агентом влияния. Потому что передача в Беринговом море, там огромный кусок шельфа был отдан им и прочее, прочее. Вот получается что? Что верхушки, советской верхушки, при Горбачеве на ЦИСе возникает агент влияния, фактически. Об этом прямо пишет Гейтс в своих мемуарах, как это происходило. И человек, которого генерала КГБ подозревают в измене Яковлев. Но это, так сказать, личные характеристики, там личные поведения, личные предательства. Но было еще предательство КПСС, о котором вообще люди ничего не слышали, не знают, потому что это затирается абсолютно, этот факт затирается абсолютно. И связано это предательство с февральским пленумом 90-го года ЦК КПСС. О нем как-то действительно ничего особенного не... как-то не возникает в памяти. Что это был за пленум? Я постараюсь коротко рассказать. Ну, вы знаете, 6-я статья Конституции – это руководящая роль КПСС во всех, так сказать, инстанциях. В частности, главное, что это рука, конечно, контроль над силовыми структурами и над армией. Против этого общество выступало очень сильно. Помните, демонстрации были везде. 4 февраля 90-го года в Москве состоялась грандиозная демонстрация против вот этой статьи, руководящей, направляющей роли партии в обществе. Я это могу сравнить вот по массовости, только вот с бессмертными полками, которые по Москве ходят, вот это было что-то вот невероятное. Я помню, первый ряд кто шел, там был Глеб Якунин, Белорех Басилашвили, потом еще там, то есть я просто помню, как взялись, взяв все за руки, вот эта огромная колонна, многокилометровая, прошла по Москве. Это, конечно, произвело сильное впечатление на руководство партии. Был срочно создан неочередной пленум. На этом пленуме выступил Горбачев и сказал, что нам нужно эту статью аннулировать. Выступали против, там начались дебаты, но в итоге... Лукьянов, Горбачев, вот эта компания, которая считала, что Михаил Сергеевич Горбачев – это наше единственное спасение, вот эта группа, боявшаяся за свои кресла, за свои шкуры и так далее, они смогли уговорить съезд и этот пленум. И в итоге 5 февраля 1990 года пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза отменил 6-ю статью. Что это означало? Партия в Советском Союзе, это была не партия, скелет государства. Представьте, если из тела человека вытащить скелет, что он с ним станет? Он обмякнет и рухнет. Когда партия отказалась от власти, дни Советского Союза были сочтены. Вот в этот момент, 5 февраля 1990 года, фактически надо считать датой развала Советского Союза. Дальше было только вопрос в том, когда он развалится и как. Только в этом. Самое страшное следствие этого состояло в следующем. Как только это случилось, вот эти уже лидеры народных фронтов, которые были повсюду, они тут же стали приходить к министру внутренних дел республик, представителям КГБ и говорят, смотрите, вас сдают. Подумайте о детях своих, о женах. С кем вы? С ними или с нами? И почти везде силовые структуры, то есть МВД, КГБ, ну армия еще оставалась-то, они перешли на сторону народных фронтов. Если не официально, то по крайней мере в душе, потому что они думали о своих детях. Видели, что их сдают. Как только
произошло вот этот переход гласных-негласных силовых структур на сторону этих народных фронтов всевозможных, все. Центр лишился возможности что-либо делать в республике. Это произошло в считанные дни. В считанные дни. Вот что такое пленум, февральский пленум ЦК КПСС. Фактически он развалил страну. Причем развалила верхушка КПСС единогласно. А там участвовали и нынешние лидеры КПРФ некоторые. Сейчас они от этого отнекаются, что мы как бы там... Ну как же, не так. Вы же это сделали. Почему, кстати, вот каким образом удалось убедить Горбачева? А они работали индивидуально. Вот как с этими министрами, когда ЧП хотели вести, их вызывали по одному, к Лукьянову, к тому и уговаривали. Я не знаю, возможно, проплачивали. Я уж этих технологий не знаю. Но удалось убедить. Я подчеркиваю, единогласно. Даже воздержавшихся не было. А о чем они думали, вот просто отдавая страну, я не знаю. Это, вы знаете, у меня есть такая фраза, там, когда Николай II отрекся, сказал один из его приближенных, значит, сдал империю как эскадрон. Значит, сдал. Вот здесь то же самое было. Сдали Советский Союз, как эскадрон сдали. Ну, не хотите, не надо, все. И с этого момента вот пошел процесс развала уже неостановимым абсолютно. Было ли действительно все-таки мы говорим сейчас до августовского путча, силы, которые противостояли Горбачеву в партийном руководстве прежде всего? Были и в партийном руководстве, были и в КГБ. Я обращусь опять-таки к мемуарам Роберта Гейтса, заместителя директора ЦРУ, который я обильно цитирую в своей книге. Значит, мы помним, что 5 февраля состоялся пленум ЦК КПСС, который фактически обозначил развал Советского Союза. 9 февраля Роберт Гейтс встречается с Шеварднадзе по поводу его книжки через 4 дня. И тогда же, в тот же день 9 февраля 90-го года, у него состоялась встреча с Крючковым на Лубянке в его кабинете, а он уже был главой КГБ. И вот что Роберт Гейтс пишет. Значит, во время того визита в Москву состоялась третья по счету встреча Роберта Гейтса уже с главой КГБ Владимиром Крючковым. А до этого они встречались несколько раз, это удивительно. Они постоянно контактировали. В Вашингтонском ресторане сидели и стояли по два охранника в плащах с автоматами. У того два, и у этого два. А эти кушают. Вот. Он ему заказал, возможно, что Джонни Окер, он нет, Шига провел. А этот подумал, слушайте, у него вкус-то. Хороший, как вы, представитель Крючкова. Так вот, они увиделись в третий раз. И вот что он пишет. Значит, она была очень тревожной даже с точки зрения такого пессимиста на ход внутреннего развития Советского Союза, как я, пишет Гейтс. На этот раз не было ни укромного домика, ни роскошного ужина. Мы встретились в его кабинете, в бывшем кабинете Андропова в штаб-квартире КГБ. Разговоры о том, что надо поддерживать реформы и перестройки, больше не шло. Крючков долго говорил о проблемах СССР в национальных окраинах, о неприглядном положении России. Он сказал, у людей от перемен кружится голова. Значит, надо замедлить темп, восстановить порядок и стабильность. Из часового разговора Гейтс вынес убеждение, что Крючков списал Горбачева как политика и считал, что перестройка была большой ошибкой. Вернувшись в гостиницу, Гейтс сказал Джеймсу Бейкеру, это был госсекретарь США, что Крючков уже явно не сторонник перестройки, и Горбачеву надо быть осторожным. Откровенность Крючкова поразила американцев. Значит, между 5 февраля 90-го года, когда состоялся пленум ЦК КПСС, и 9 февраля, когда состоялась встреча Гейтса, замдиректора ЦРУ с Крючковым, сформировалась идея установление диктатуры, потому что партия уже отказалась. Но это 90-й год еще. 90-й год, это еще 90-й год, это еще не 91-й, это еще, да. Вот. Нет, подождите, это 91-й год. А, 91-й, да? Да, нет, подождите, нет, это 91-й год. Возникла вот эта самая идея. Значит, в июне 91-го года, значит, Гавриил Попов, он тогда был, по-моему, мэром Москвы уже, значит, попросил встречу с Мэтлоком. Роберт Мэтлок – это американский посол в Москве. Значит, они встретились, и он ему говорит, зреет заговор против
Горбачева. Сообщите в Вашингтон. Мэтлок сообщает, шлет телеграмму в Вашингтон. Значит, тогда уже был президентом был Джордж Буш-старший, что так и так против Горбачева готовится заговор. Значит, он связывается по телефону с Горбачевым и сообщает ему об этом. Горбачев говорит: не волнуйтесь, Джордж, я все контролирую. То есть он знал об этом заговоре, но говорил, что я контролирую. Значит, что это может значить? Кстати говоря, когда случился уже вот этот путч, Янаева спрашивали, знал ли Горбачев об этом. Он сказал, что он все знал. Тут возникает, ну, понятно, это была комбинация Горбачева, в чем она состояла? Значит, попытаться руками там групп определенных в КГБ, в партийном аппарате, в армии установить диктатуру. Ну, условно говоря, как Корниловский мятеж, скажем так. Вот, только там армия выступила, а здесь должны были выступить спецслужбы, партаппарат, там, государственный аппарат и так далее. Вот. В результате устанавливается диктатура определенная, ну, не военная, но все равно режим репрессивный. Наводится порядок, ну, а Горбачев при власти все равно. Он же уже ушел из КПСС, он стал президентом Советского Союза. То есть, как бы уже с КПСС там он дел не имеет, хотя оставался генеральным секретарем ЦК КПСС. Ивашко он перебросил как бы так партию, на самом деле оставался генеральным секретарем. В итоге он остается при власти, в порядок в стране наводится, ну и дальше там идет работа. Вот на чем строился этот план. Но в конце июля, 1991 года этот план был сломан, поломан. Каким образом? Ну вот это интересная вещь, значит. Я сейчас тут вам тридцатого июля 91 года состоялась тайная вечеря, я ее так называю, значит, у Горбачева на даче подмосковной, резиденции Горбачева подмосковье. Значит, там были руководители, был Ельцин, был Назарбаев. Значит, были еще некоторые люди, которых он пригласил себе. Значит, о чем шла речь? Я вот зачитаю, значит, просто. «События, спровоцировавшие августовский путч, стоящего Горбачева власти, в конечном счете похоронившего КПСС, случилось ночью 30 июля 91 года на государственной даче под Москвой, где тайно встретились три президента. Президент СССР Михаил Горбачев, президент РСФСР Борис Ельцин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Горбачев собирался на отдых в Форос перед подписанием 20 августа нового союзного договора. Он тянул его, тянул этот договор, но надеялся, что, так сказать, удастся подписать, за который ратовали руководители большинства республик. На встрече Большой Тройки решили обсудить принципы формирования нового конфедеративного союза, права и обязанности входящих в него республик, принципы разделения властей, а также кадровые вопросы. Разговор был откровенный и жесткий. Ельцин требовал отставки союзного правительства и неограниченной власти в пределах РСФСР. Назарбаев ратовал за усиление роли союзных республик в единой Евразийской империи. Горбачеву тоже нужен был Советский Союз, ибо он являлся его главой. В итоге договорились так. После 20 августа, когда будет подписан новый союзный договор, будут выборы президента нового союзного государства с участием действующего президента СССР. Борис Ельцин прекратит нападки на союзный центр, но взамен получит для Российской Федерации широкие права и для себя лично большую власть. А пост премьер-министра нового союза Горбачев предложил Назарбаеву, который, не вмешиваясь в ельцинские дела, наведет порядок в высшем эшелоне власти и союзных республиках. Назарбаев согласился. И при этом сказал, что руководить слабым, недееспособным правительством он не будет, и что в руководстве страны надо произвести радикальные перемены, сменив недееспособную московскую правящую элиту людьми из непораженных сепаратизмом республик Средней Азии. А это откуда вот все эти... Взвесив все за и против, Горбачев согласился. Вице-президентом нового союза Горбачев хотел сделать Шеварнадзе, но тот отказался. Он предложил этот пуст постпрезиденту Киргизии Аскару Акаеву. Что это означало? Вот это то, что ни о чем не договорились. Да, и вот такие, в принципе, прямо
И эти договоренности, означали, что после подписания 20 августа нового союзного договора в руководстве СССР должна была произойти кадровая революция. Кроме премьер-министра Павлова, которого выбивал Назарбаев, в отставку уходил весь союзный кабинет министров, включая министра обороны Язова и министра внутренних дел Пуга. Лишались постов представитель КГБ Крючков и его заместители, а также сон московских чиновников разных рангов, особенно пенсионного и близкого к нему возраста. Состав союзного кабинета министров и ключевых министерств и ведомств отныне должен был определять новый премьер-министр по согласованию с руководством союзных республик. А аппарат ЦК КПСС низводился на третьи роли. Это сильнейшая кадровая революция со времен 1937 года. Что же произошло? Их записал начальник личной охраны Горбачева генерал-лейтенант Плеханов. И эту пленочку на следующее утро передал Крючкову. Который узнал, что его планируют сместить. Значит, вот эту информацию я впервые изложил вот в этой книжке в 2002 году. «Марсианские игры». Да. Меня бог черт знает в чем, извините за грубость, обвиняли. Че ты там несешь? И тут мне подарок судьбы. Перед Новым годом часовое интервью Нурсултана Назарбаева российскому телевидению. И он слово в слово все это подтверждает. Что он должен был премьер-министром, что Акаев вице-премьером, что Плеханов записал. Причем детали рассказывает. Они сидели втроем, а Ельцин был как на иголках. Потом встал, пошел на балкон. Опять он, Горбачев: «Борис Николаевич, что вы ходите? Нас записывают. Нас записывают. Чувствую, нас записывают». «Ну что вы, кто нас может записывать?» ему Горбачев. Вот что получилось. То есть, если до этого Горбачев и вся эта команда шла, как бы заговор был, да, установить диктатуру там, если что, после подписания союзного договора, жесткую власть, все прочее, но они были вместе, то вот этого заговора, ведь они испугались, они все лишаются постов, абсолютно все. И вот эта группа, которая лишалась постов поименно, они и были участниками заговора. Ну, ГКЧП. ГКЧП, да, ГКЧП. Но поскольку времени-то у них было в обрез, ну сколько там, 19-18 дней, конечно, подготовиться толком не смогли. Поэтому из ГКЧП получился вот этот кавардак, который, собственно говоря, и получился. Откуда вот это была информация, которая появилась впервые в вот этой книге 2002 года? Я же вам говорю, что вот эти книги написаны, и это, на основе рассказов лиц, они сейчас уже, их нет живых, которые непосредственно во всем это принимали участие. И спецслужб, скажем так. Их уже давно нет. Но я, когда пишу это, я убеждаюсь в том, что это чистая правда, потому что, ну, вы сами убеждаетесь в этом. Вот спусковой крючок ГКЧП. Вот он, 30 июля, вот эта тайная вечеря и полный дележ власти. Я когда рассказал в Москве одному дипломату российскому об этой истории, он покачал головой и сказал: а он хотел эту Орду в Москву привезти. Дословно говорю. Потом опять покачал. Да, значит, они были правы, ГКЧП защищали нас. И потом добавил: с батая начали, батая мы закончили. Вот фразочка-то. Вот где были истоки-то вот этого путча 19 августа. К сожалению, вот я смотрю, мне показывают, что время завершилось, хотя мы еще вот как-то не затронули очень много событий, которые уже были после ГКЧП, потому что мы практически, я понимаю, первую часть книги затронули «Третья русская революция от горбостройки до Путина». Но, тем не менее, может быть, это как раз повод еще раз как-нибудь встретиться и продолжить беседу. Александр Георгиевич Мосякин, историк, публицист, автор многих книг, которые касаются и истории янтарной комнаты, и судьбы золота России. Кстати, золото партии тоже тут, я понимаю, что в этой книге тоже изложено. Спасибо большое. Я думаю, что мы обязательно продолжим нашу беседу и узнаем, может быть, еще много интересного из книги «Третья русская революция от горбостройки до Путина». Спасибо вам большое. Вы слушаете радио «Болтко».